Приветствуем вас на утренней зарядке, которая подойдет абсолютно каждому. Я Ирина в форме, а это моя напарница Василиса, и мы рады поработать вместе с вами. Первое упражнение, с которого мы с вами начинаем, это сгибание-разгибание рук в плечевом суставе. Но большое ваше внимание обращаю на то, что ладони смотрят наружу. Итак, начинаем на вдохе опускать руки вниз, приближая их к бедрам, на выдохе поднимать наверх. Снова вдох вниз, выдох наверх. Рекомендую выполнять по 15-20 повторений и таких 2-3 подхода. Второе упражнение – это робот. Сгибаем руки в локтевом суставе на 90 градусов, ладони смотрят вперед. Опускаем на вдохе ладони вниз, на выдохе поднимаем наверх. При этом следим за тем, чтобы линия локтя не менялась, то есть локоть находится на линии плеча. 12-15 повторений, таких 2-3 подхода. Третье упражнение – это высокий марш. Задача – поднимать колено выше линии тазобедренного сустава. Выполняем 30-50 повторений, таких 2-3 подхода. Живот обязательно подтягиваем. И заключительное упражнение – это балерина. Исходная позиция – стопы на ширине тазобедренных суставов. Руки можно держать на бедрах, либо удерживать перед собой. И на выдохе начинаем поднимать прямую ногу перед собой. Носок обязательно тянем. 10-12 повторений для каждой ноги и таких 3 подхода. Очень важно сначала работать только над правой, затем только над левой. Ну что, наше тело будет в порядке, если чаще делать зарядку. До новых встреч!